Детскую поликлинику в микрорайоне Южной Твери готовят к открытию. Губернатор проинспектировал ход работ на объекте. На каком этапе сейчас строительство и что осталось сделать, выяснила наш корреспондент Ирина Синягина. Сейчас готовность поликлиники составляет 95%. Когда она откроется, будет работать в две смены. А количество специалистов увеличится аж в три раза. Соответственно, расширится перечень медицинских услуг. В поликлинике откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинет УЗИ, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, невролога, ортопеда, травматолога и других врачей. Также здесь будут предусмотрены два фильтра бокса с отдельным входом для детей с признаками инфекционных заболеваний. Глава региона осмотрел прилегающую территорию поликлиники и помещения. Был дан ряд поручений, связанных с повышением комфорта и качество услуг для посетителей. Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи для нашего населения по всей территории региона является основным приоритетом в нашей социальной политике. Внимание при реализации национального проекта должно, конечно же, уделяться нашим основным проблемным вопросам. Это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также созданию современной инфраструктуры медицинской помощи детям. Также здание будет приспособлено для приема пациентов с ограниченными возможностями. По мнению Игоря Рудыни, новая поликлиника станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта здравоохранения – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области.